Здесь читает стихи Лисина Елена, ученица пушкинского класса Ташунской средней школы, ученик классный руководитель Андреянова Елена Игоревна. Автор Александр Сергеевич Пушкин из романа «Евгения Онегина». В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе. На третью ночь, проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор. На стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы, зимы блистательным ковром, все ярко, все бело кругом.